Вообще, Лена Рерих предсказала, что со временем все государства сольются в единое целое государство, на территории которого будет принят русский язык как государство. Как сейчас везде по-английски говорят, так в будущем государстве в едином будет говорить по-русски. Не потому, что будет русское государство, это будет единое государство планеты Земля. Там будут вообще все африканцы, и латиносы, и азиаты, и филиппинцы, и японцы, все, все, кто останутся живы. Вот. Поэтому я бы не стал делить, что вот Казахстан станет частью России. Не будет европейской части России, Москвы, Питера не будет, люди. Нижнего города не будет, все города будут уничтожены. Останется кусок Сибири, по большому счету, кусок Казахстана, кусок Китая, кусок Тибета. Елена Рерих писала, если горы Кавказа соединить с горами Алтая и горами Гималаев, то вот внутри будет центр будущей цивилизации. И говорить все будет по-русскому, на русском языке. Но это не значит, что там русские будут директорами и там министрами. Нет, лучшие будут. А там дальше увидим.